В Одинцовском округе более 3100 человек с начала пандемии заболели коронавирусом. Из них свыше 2700 выздоровели, 235 скончались. За минувшую неделю диагноз COVID-19 поставили 77 пациентам. За это же время скорая помощь сделала 466 выездов. В 191 случае потребовалась госпитализация. Работает 27 бригад. 14 бригад работают на коронавирус, как эпидемиологические бригады с полной подготовкой. Коек для больных коронавирусной инфекцией в Одинцовском округе по-прежнему с запасом. Они развернуты сразу в нескольких медицинских учреждениях – в Одинцово, Никольском, Звенигороде и в парке «Патриот». Итого по Одинцовскому округу 2031 коечное место под ковид. 1237 занято. Из них жителями Одинцовского городского округа 354 пациента. Более 1000 коек свободно. Медики, работающие в красной зоне, на период пандемии обеспечены жильем. Это более 900 человек. Они проживают в Одинцово, Ершово, Звенигороде и Лесном городке. В образовательных учреждениях муниципалитета ситуация стабильная. За весь период с 1 сентября с подтвержденным диагнозом было 56 учащихся и 183 сотрудника с диагнозом ОРВИ, из них 60 человек с подтвержденным ковидом. В 5 дошкольных учреждениях сейчас в режиме самоизоляции 11 групп. Это 111 воспитанников. 30 классов в 13 школах муниципалитета учатся дистанционно. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».